Женское общество ВАСА в честь Международного дня защиты детей провело праздничное мероприятие для детей из малообеспеченных семей. Весело провести время пригласили детей из Центра альтернативной заботы «Дом милосердия», Дневного центра «Цимдинч» и Детского дома «Селга». Вчера был День независимости детей международный. И в рамках этого дня мы сегодня решили для детей с ограниченными возможностями сделать такую летнюю воскресную игровую программу. Программа была продумана таким образом, что дети, прежде чем прийти вот сюда, в эту точку, они должны были от остановки Сталзена пройти по лесу, найти флажки. Это был такой маршрут с целью поиск клада. Из центра города прочь от реальности детей в сказку с приключениями увозил специально заказанный автобус. Сказочным лесом, полным приключений, стал лес Сталзена. Уже на конечной остановке ребят встречал пират, который стал их проводником в сказку. Сам путь тоже был полон приключений. Ориентирование в лесу прошло весело и интересно. Дети довольны. Потом были различные аттракционы. Думаю, всем понравилось. Главный клад, состоящий из огромного количества конфет, нашли все ребята. Поровну его и разделили. А как самых находчивых искателей клада короновали воспитанников детского дома «Селга». Мы вместе с пиратом искали флажки. Надо было найти 5 штук. Выиграл тот, кто нашел их все. Потом мы играли в разные игры, соревновались. Самое главное, говорят организаторы, это не соревнования, а веселое времяпрепровождение. Причем не только с детьми, но и со взрослыми, которые, кстати, тоже принимали активное участие во всех играх. Клад – это хорошее настроение, небольшие призы. И самое главное, чтобы эти дети, у которых ограниченные возможности, чтобы они сегодня почувствовали себя просто нормальными ребятами, чтобы у них было хорошее настроение. Они поняли, что взрослые тоже понимают их, могут радоваться вместе с ними. И чтобы они чувствовали у взрослых защиту. Мероприятие завершилось небольшим пикником, а угощения дети сами готовили на огне. Ирина Курганова, Криста Преде, Марек Сумлены, Курзамское телевидение.